Сегодня мы будем делать очень интересное блюдо. Ну, почему интересное? Просто, видите, у меня крупа гречневая, фарш или мелко нарезанная курица или индейка, так, лук и морковка. И все это для того, чтобы мы с вами сделали очень вкусное блюдо. Гречу нужно промыть. Это необходимо не только для того, чтобы смыть пыль, грязь и избавиться от плохих крупинок. Нашу крупу мы кладем вот на эту сковородку. Пока крупа подсушивается, в другую сковороду добавляем натертую морковку и лук. Сюда мы кладем, у кого есть фарш, у кого есть мелко нарезанная курица или индейка, вот сюда. Все. Так. И пусть это у нас тоже немного потушится. Добавляем обжаренную гречу курицы. Посолили, знаю, сколько мне на крупу нужно. И залили водой. Каждая хозяйка знает, сколько заливать. И оставляем тушиться под крышкой. Чтобы было вкусненько, мы положим туда то, что заготовили под осень. Это у меня соус помидоры с яблоками. Положим для вкусноты. Получается вкусное и легкое блюдо для взрослых и детей. Многие хозяйки, когда делают котлеты, добавляют туда или белый хлеб, или картофель. Но чтобы котлеты были попышнее, размером повыше, добавьте чуть-чуть манной крупы. Котлеты сразу станут пышными. Попробуйте, не пожалеете.